Здесь лучшие из лучших, как обычно, из Петербурга. Но с учетом того, что я не могу долго занимать ваше время, именно потому, что это Олимпиада, это очень ответственно, вы все напряжены, поэтому мы сразу переходим к делу. И хочу сказать, что мы все являемся наследниками Сергея Петровича Боткина. Надеюсь, что мы все будем соблюдать те правила коллективизма, которые он нам рекомендовал, и я хочу пожелать вам всем успешной работы на нашей Олимпиаде. После конкурса планируется показ фильма о нашем ВУЗе, о Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете. Итак, 10 минут второго. Значит, у нас 2 часа. Удачи всем! Петербургского
Государственного медицинского университета. Внутри пакета. Кого нет пакета? У меня нет. Ну, у меня один.